Здравствуйте! С вами программа «Делай деньги» и я, Александр Колесниченко. В 1911 году 28-летний Фрэнк Марс на деньги, заработанные от торговли сладостями, которой он занимался с 19 лет, открывает совместно с женой собственный магазин. Кондитерская лавка располагалась прямо в доме Марса, а торговля велась через окно кухни. Ассортимент кондитерской лавки состоял из конфет с разными начинками, которые Фрэнк и Этель лепили вручную. Как-то раз Марс со своим сыном прогуливался по городу, и сынишка попросил отца купить ему шоколад. В те годы шоколад продавался только на развес. Это создавало неудобства, особенно в жаркие летние дни. Шоколадом, быстро таявшим на солнце, можно было легко испачкаться. В этот миг Фрэнк задумался, а что если... И это «если» воплотилось в небольших ломтиках шоколада, которые были завернуты в фольгу. В итоге шоколадный батончик под названием Milky Way становится хитом продаж молодого предпринимателя за считанные дни. В 1925 году новый батончик был признан лидером на рынке шоколадок. Продажи неуклонно растут, и компания развивается далее, открывая новые рынки для продаж. Навколо стільки спокус, і наворочений телефон, і новий диван, і шуба. І тому дуже часто появляється питання того, звідки взяти гроші, щоб задовольнити всі ці потреби. І мимоволі людина задумується над тим, щоб взяти кредит. Психологи говорять, що якщо дійсно ви дуже хочете щось купити, то слід дійсно це купити і задовольнити себе, оскільки це принесе вам щастя. Економісти ж заперечують це і говорять про те, що дійсно щастя ви отримаєте, але воно буде тривати 1-2 дні, і після того залишиться на вас кредит. Тож, як бути і коли, в яких випадках брати кредит? Ну, по-перше, кредити вигідно брати, коли річ, яку ви збираєтесь взяти кредит, вона окупиться. Тобто це може бути автомобіль, на якому ви будете здійснювати комерційні перевезення, або ж квартира, яку ви будете здавати в оренду. Якщо ви, наприклад, займаєтесь інтернет-бізнесом, і ви просто не можете без ноутбука. В даному випадку ноутбук слугує не предметом розкоші, а необхідністю. Також, коли ви добре себе фінансово почуваєтесь і розумієте, що ваші фінансові статки не зменшаться, а будуть приростати в найближчий рік-два, то ви можете спокійно брати кредит. Однак, є такі деякі обставини, за яких ви просто змушені брати цей кредит. Наприклад, у вас народилась маленька дитина, і ви не можете чекати того моменту, коли ви назбираєте гроші. Ви маєте, наприклад, купити зараз терміново пральну машинку, оскільки не можете водночас і доглядати за дитиною, і поратись по дому, бо це потребує багато часу. Однак, не слід брати кредит. В таких випадках, по-перше, якщо є побоювання, що цей предмет, який ви купите, дуже швидко може знецінитись або поламатись, швидше, ніж ви навіть віддасте цей кредит. Наприклад, це дорогі телефони. Також, якщо щомісячні платежі по кредитах становлять 30-50%, а то й більше, оскільки ви просто не потягнете такі кредити. Також це коли ваш фінансовий стан не дозволяє впевнено сказати, що ви через рік, через 2 роки зможете виплачувати кредит. В такому випадку дуже часто ви можете попасти на штрафні санкції, які значно збільшують цю частку грошей, яку ви маєте віддати банкам. Запам'ятайте, що те, що банківські працівники говорять вам про нульові відсотки, насправді таки просто неможливо, оскільки банк – це комерційна організація і ніяк не благодійна якась організація. І якщо ви бачите, що є така пропозиція, значить є певні підводні камені, про які ви не знаєте. І, звичайно, зовсім нерозумно брати гроші до зарплати, який зараз такий спосіб дуже популярний. Оскільки такий кредит, можливо, є і зручним для людей, однак мінімальне прострочення, воно призведе до дуже значних штрафних санкцій, які доводиться виплачувати. Окрім цього, якщо ви хоч раз взяли такий кредит до зарплати і не вистачило грошей, то автоматично ви попаритесь на цю вудочку кредитну і будете постійно брати кредит у банку. Тому слід, якщо не вистачає доходів, то слід, можливо, попрацювати щодо сімейного бюджету, якось його змінити або ж шукати додаткові доходи.
Изготовление встроенной мебели на заказ давно стало хорошим источником дохода. Малый бизнес этого направления не нуждается в большом стартовом капитале, и его можно совмещать с другими видами деятельности. Для изготовления шкафов-купе не требуется особых навыков. Достаточно, чтобы у человека, который занимается таким видом деятельности, были умелые руки и голова на плечах. Для такого бизнеса понадобится электролобзик, циркулярная пила и шуруповерт. В идеале можно заниматься только сборкой мебели, а все остальное поручить профессионалу. Но если вы хотите, чтобы ваш бизнес приносил деньги не только на хлеб с маслом, но и на норковую шубу, то тогда необходимо научиться разбираться в компьютерных программах, с помощью которых вы будете разрабатывать дизайн мебели. После того, как вы обучитесь работать в мебельной программе, можно начинать искать заказчиков. Как это сделать? Для начала нужно дать объявление в популярные рекламные газеты своего города. Работы необходимо фотографировать, чтобы у вас появилось портфолио. Оно поможет еще больше привлечь заказчиков. Кроме того, все ваши работы впоследствии можно будет переместить на персональный сайт или страничку в социальные сети. Партнер программы – Харківський інститут фінансів. Где бы одолжить денег до зарплаты? Наверное, мы все были в ситуации, когда приходилось ломать голову над этим вопросом. Сейчас в мире существует более 600 онлайн-платформ, которые занимаются именно таким кредитованием, то есть работают по системе P2P – от человека к человеку. Кредитование по этой системе – самая быстрорастущая ниша на мировом рынке микрокредитов. Согласно Forbes, в 2013 году всемирный рынок P2P составил около 5 миллиардов долларов. Одним из успешных представителей такого рынка является WebTransfer – социальная кредитная сеть. На этом портале участники разных социальных сетей находят друг друга, чтобы получить или выдать займ. Президент WebTransfer LLC Роман Кричмарев рассказал, чем кредитование по системе P2P отличается от кредитования в микрофинансовых организациях. Чем WebTransfer отличается от MFO? Ну, в первую очередь, кредитором и заемщиком являются сами участники сети. В данный момент, как я знаю, MFO выдает свои деньги, также деньги людей, от которых они привлекли их. WebTransfer также является социальной скоринговой системой. Что это такое? Мы создали свою FICO Score, по-английски, скоринговую систему, где каждый человек, когда он логинится из своей социальной сети, начинает пользоваться аккаунтом своим, он может теперь брать деньги, так же самое выдавать деньги. И каждый раз это он делает, то он набирает определенное количество пользы. Кроме этого, мы, конечно, анализируем не только социальную сеть, но и как Хайман Минский сказал, каждый человек – это банк. Это хотел обязательно сюда это поставить, подчеркнуть, так как в социальных сетях все заключается от людей. Все, кто вы здесь сидите, вы сами маленькие своего рода банки. И мы аннулировали ту систему, где вам нужно приходить в какой-то ресурс и просить и так далее. Вы чисто между друг другу можете выдавать маленькие займы до 1000 долларов. Например, на краткий срок, 30 дней. WebTransfer – американская компания. Главная штаб-квартира находится в Майами, штат Флорида. Участники WebTransfer, а это 1 800 000 человек, жители 89 стран мира. Главные офисы в Нью-Йорке, Шанхае и Лондоне. В Великобритании компания WebTransfer Europe Limited имеет лицензию FCA – Управление по финансовому регулированию и надзору на переводы денежных средств. Портал постоянно развивается. И уже скоро Индия и Китай будут добавлены в список участников WebTransfer. В Индии и в Китае, соответственно, все знают, население очень большое. Это две страны, которые мы очень уважаем, любим. Надеемся, что более высшие органы нас поймут, когда мы выйдем на этот рынок, так как обе национальности этих стран, они очень активны в любом бизнесе, это уже понятно и все мы это знаем. Поэтому тот рост, который мы будем там видеть,
нам это очень интересен. Мы будем стараться все сделать, чтобы им было интересно и прибыльно. И считаем, что эти две страны, они следующие, которые должны иметь такую платформу, как WebTransfer. Зарабатывать в WebTransfer можно не только выдавая кредиты. Большие перспективы открывают партнерство с компанией, возможность построить свою собственную партнерскую сеть и открыть офлайн-офис. На мой взгляд, политика WebTransfer такова, что мы предоставляем эту возможность нашим региональным партнерам. Таким образом, будут учитываться все особенности местных рынков и, соответственно, не будет создаваться никакой конкуренции со стороны компании. Да, то есть в этом случае участники программы могут быть абсолютно уверены, что никаких препонов с нашей стороны не будет. И, то есть абсолютно прозрачная ситуация, где мы создаем все возможные условия для развития именно региональных центров и при этом, естественно, оказываем всю возможную поддержку финансовую и материальную, так скажем, и информационную. Служба поддержки WebTransfer работает на высоком профессиональном уровне. Задать вопрос можно на самом портале, на специальном сайте WebTransfer Club, на портале службы поддержки и в социальных сетях. Каждую неделю проходят вебинары службы поддержки и тренинги по повышению финансовой грамотности. А признание в любви от участников – лучшая характеристика проекта. Social Credit Network. Социальная кредитная сеть WebTransfer. Английская торговая сеть Tesco, активно работающая по доставке продуктов на дом, подумала, а почему бы не напомнить авиапассажирам, что их дома ждут пустые холодильники, и установила в аэропорту Гэтвик виртуальные супермаркеты. Это стенды с экраном, на которых пользователи видят определенный ассортимент. Через специальное приложение на смартфоне покупатель сканирует нужные штрих-коды, указывает количество продуктов, адрес и время доставки. Если не забыть оплатить заказ, то курьер привезет его в назначенное время. Как сделать употребление правильного натурального кофе возможным и удобным без кофеварки, не зная, где находится ближайшая кофейня, придумали основатели Coffee Brew Nordic, Дания. Их фирменная упаковка позволяет за минуты приготовить хороший кофе, имея под рукой только горячую воду. Growers Cup – это пакет, заряженный обжаренным и размолотым кофе. Сверху у пакета есть клапан для заливки полулитра горячей воды. Через 5 минут заварки кофе будет готов. Через специальное отверстие напиток разливают по кружкам. Внутри пакета имеется фильтр, препятствующий кофейной гуще вытечь наружу. В Японии появилась новинка, имеющая все шансы на успех – кровать, спасающая при землетрясении. Выпустила сверхпрочную кровать компания Shinko Industries, и называется она Woodlock. Производители обещают, что каркас кровати выдерживает давление до 65 тонн. Стоит кровать от 5,5 до 6,5 тысяч долларов. Наполеон Хилл, американский писатель, считается одним из лучших авторов, пишущих об успехе. Его самая известная работа «Думай и богатей» 1937 года. Она выдержала 42 издания и является одной из наиболее продаваемых книг всех времен. Наполеон Хилл был советником президента Франклина Рузвельта в период с 1933 по 1936 годы. Наполеон Хилл родился в 1883 году в маленькой лесной хижине в горах Вирджинии. Его мать, Сара Сильвания Блэр, умерла, когда Хиллу было 10 лет. В молодости, дабы заплатить за учебу в Джорджтаунском университете, где он изучал юриспруденцию, Хилл подрабатывал репортером в небольшой газете. Талант и журналистская хватка определили его дальнейшую судьбу. Блистательные репортажи привлекли к нему внимание Роберта Тейлора, губернатора штата Теннесси и владельца журнала «Bob Taylor Magazine». Он заказал молодому Хиллу серию статей об успешной карьере известных людей, первым из которых стал знаменитый американский промышленник и меценат Эндрю Карнеги. Наполеон Хилл произвел хорошее впечатление на Карнеги, и тот благословил репортера на большую работу, которая должна была занять порядка двух десятилетий.
предполагалось взять подробнейшее интервью у 500 наиболее преуспевающих американцев и вывести универсальную формулу успеха, пригодную для людей даже с самыми скромными способностями. Ровно через 20 лет после знакового разговора с Карнеги Хилл опубликовал первую книгу – версию своей философии личного успеха. Как именно человек достигает успеха и конкретная формула успеха для обычного человека – основные темы его книг. Что разум человека может постичь и во что может поверить, то он может достичь. Вот одна из самых знаменитых фраз Наполеона Хилла. Мастер, казалось, просто излучал веселье. Ученики полюбопытствовали, знакомо ли ему уныние. Знакомо. Те продолжали допытываться, а правда ли, что он пребывает в постоянном блаженстве. Правда. Им не терпелось узнать, в чем секрет. «Секрет в том, — ответил мастер, — что хорошо человеку или плохо, решает он сам». В следующем выпуске вы узнаете, кто придумал бумажные стаканчики, история бизнеса, идея бизнеса, спортзал на колесах. В рубрике «Институт финансов» мы продолжаем разговор о кредитах. А также вас ждут интересные новости, гости в студии и поучительные притчи от Владимира Давыдова. Это была программа «Делай деньги» и я, Александр Колесниченко. Оставайтесь с нами. Удачи вам!